Поваленные деревья, ветки, сухостой – все это с помощью техники сразу же утилизируют. Экологическая акция проходит в поселке Зеленоградский. Плохая погода участникам – не помеха. Настрой боевой, хочется очистить эту прекрасную речку Скалба. И хочется уж вообще как-то помочь экологической ситуации в стране. Я думаю, это важно поддерживать в порядке прибрежную территорию, вообще рек, озера, каких-либо водоемов. Ну, чтобы поддерживать чистоту природы, водный хороший баланс, чтобы не загрязнялись реки. Общими усилиями участники акции сейчас очищают реку Скалба и всю прибрежную зону. Водную поверхность избавляют, в частности, от мусора и топляка. Помогают волонтерам и простым жителям специалисты местных предприятий. Всероссийскую акцию «Вода России» регулярно проводят и на других реках, например, на Талице и Серебрянке. Сегодня среди участников, в частности, депутат Московской областной думы Ирина Слуцкая и председатель окружного совета депутатов Сергей Бабаченко. Я как житель тоже готова присоединиться к этой акции. Мне кажется, она очень хорошая, очень добрая. Каждому хочется жить рядом с чистой, не пахнущей, да, не захламленной, не загрязненной рекой. Конечно, этим нужно заниматься комплексно и программно. То есть нужна специальная техника для очистки рек. Нужен, ну, так сказать, общий, наверное, подход. Но на сегодняшний день работаем с тем, что есть. И самое главное, все жители наши в этом активно принимают участие. Сегодня удалось очистить несколько сот метров реки. Предыдущая акция прошла в конце мая. От мусора участники освободили территорию площадью около 80 000 квадратных метров. Иван Чинаев, Антон Рябов, Мария Барсукова, ИТВ.